Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня у нас будет реакция. Да, друзья, давненько не было реакции. В общем, мы посмотрим на жуткий месяц. Ребята, познакомимся поближе с тыковкой и костяшкой, потому что мы сколько уже во Friday Night Funkin' играем, и так я до сих пор не разобрался, кто они. Поэтому давайте посмотрим. Приятного просмотра, не забудь поставить лайк, также подписаться на канал, ну и взять какую-нибудь вкусняшку. Погнали! Удар часов. Это же жуткий месяц! Я тебе кое-что скинул! Буга-буга! Капец! Звони 911! Но, мам, это же жуткий месяц! Ох, ты прав! Вот держи! Что это такое вообще? Ты представляешь, какие они... Но это же жуткий месяц! Вот! Бабуля, это жуткий месяц! Что там, бабуля, что там с бабушкой? Офигеть, смотри, как на русском субтитры! Страшный месяц! Машинка. Там, кстати, кое-что было интересное. Погоди. Рип. Надежды. Ну-ка, погоди. Так, смотри. Ребята, у нас тут как раз над... О, погоди, там это чувырло. Там, посмотри, там это чувырло, которое, блин, напугало слегка нас. Короче, вот два надгробия. Слева мечты и надежды. Непереводимо. Риппо Репино. Бабушка пугает. Машинка. Эй, детишки, хотите конфеты? Конечно! Это ведь жуткий месяц! Ох, точно! Делай как Марио. Очень страшный фильм. Пошли на кладбище! Тут издалека это жуткий месяц, ты... You later, I'm fine. Давай разыграем кого-нибудь по телефону! Снова все разнесли. Это жуткий месяц! Пошли играть в страшные игры! Марио! Тут реально Марио! Ой, это же Луиджи! Господи, на кепке даже написано его! На шапочке! Да вы заколебали! С этим буга-буга. Погнали в подвал! Белла, прекрати бить свои столы. Офигевает по-хэллоуински. Детишки, уже ноябрь! Это уже ужас, Питер, с Рождеством! Танцуют снова, подпишитесь на Пелло. Офигеть. В общем, друзья, ссылочка будет в описании. Ребят, и мы смотрим сейчас следующую серию. Почему-то первая вообще минут 37. Вот. Следующая анимация, жуткий месяц, звезды. Так вот называется. Ну, теперь 6 минут, наконец-то, длится. А не минутка. Мне не нравится это место! Да-да, мы сможем уйти, как только найдем ценности. Заткнись, иди! Эй, это же проблема. Подождите-ка, что вы здесь делаете? Ну, как бы мы... О, я знаю, ведь это же жуткий месяц! Это жуткий месяц! Флекс! Ой, прости. Увидимся! Что ж, это было просто. Да, продолжим. Свет. Что за шум? Блин, это капец жутко. Это типа что они набрали вот в этот маленький мешочек, что украли. Блин, их даже жалко мне теперь. Что это за маленький кулек, кулема? Это же жуткий месяц! Эй, пацан! Выпусти меня отсюда! Я не могу, сейчас же жуткий месяц, пока! Вы говорите ли это в прошлом месяце? Бабушку похоронили. Ребят, все-таки
Вот, бумс. Звонок другу. Тиковка, это жуткий месяц! Пожди же мороженым! Я так понимаю, жуткий месяц каждый день у них. Я так понимаю. Чего надо? Ой, детишки, хотите мороженое? Мы хотим жуткое мороженое! Что ж, у меня есть кое-что для вас. Держите, ребят. Офигеть, ни хрена себе! Я поначалу думал, что это какой-то маньяк, блин, который крадет детишек. Помнишь, вот предыдущую анимацию, блин, он очень прям похож. А тут нет, оказывается, нормальный, хороший дядька. Даже офигеть, мороженое прям на них похоже с ихними головами. А я могу полушить мороженку? Конечно, пацан, на, держи. Это же клоун из Оно! Ох, блин, лост, пропали, все пропали, ребята, офигеть! Хай, мистер клоун! Ки-ки-ки-ки, как детишки? Ну, мы же клоун, это же жуткий месяц! Как насчет рассказать нам жуткую шуточку? Очень интересно, это было уморительно! Погнали в интернет! Реалистика. Эй, а можно мне тоже шуточку? Нет! Мешок? Аржомбя МП3? Троллинг в сетях 24 на 7. Что вы делаете в моей комнате? Шваливаем к чертям отсюда! Стойте! Отставьте мою домашку в покое! На кой фиг-то они ее взяли? Ой, погоди, кто это у нас? Офигеть! Ребята, я сейчас обосрался, реально. Я думал, что мне уже стучат. Типа, я так громко ору. Слышишь? Это такой правдоподобный звук в наушниках. Вот чисто послушай. Офигеть. Согласен? Вам пенсию принесли. Вот и помер, дед Максим! Это жуткий месяц! Это жуткий месяц! Ох, черт, вот это старческий флекс! Здорово, лузеры! И хрена их! И что же вы тут забыли? Потому что это жуткий месяц! О, правда? Потому что я слышал, что в том доме на холме проходит жуткая вечеринка! Жуткая вечеринка в жуткий месяц! Я туда, тут мой дядя берет. Это жуткий месяц? А где все? Привет, ребятки, вы попались на гадость. И теперь время показать мою сладость. О, нет, это не знакомец. Это не жутко, это страшно. Хватит. Чего? Блин. Ё-моё! Субтитр. Что за маленькие мешки плоти и костей? Я костяшка, это тиковка. А ты кто? Я глаза вселенной. Я покажу вам конец. Ля, вот знаешь, мне вот это понравилось. Смотри, у него сзади какие-то такие палочки, они чисто чешут его. Офигеть, это удобно. Посмотри, почесывают. Я покажу вам конец. Я у меня видел уже жуткий месяц. Жуткий месяц? Что за человек неправильно? Страшно. Смотри, они хорошо проводят время. Продолжай смотреть на звезды. Сгоняем за конфетами. Ну, погнали. Что вы, ребят, хотите? Три мешка с конфетами, пожалуйста. Where's the third one? А где третий? Я третий! Ни хрена у него! Мешочек! Да, смотрите, чаще на небо! Пошли ко мне домой! Полиция. А, ну да, мы про грабителей. Эй! Что? Смотри! Да ты, блин, издеваешься. Эй, дети, как прошел день? Мы нашли нового друга, и он показал нам звезды.
Звезды? Что-то новенькое. А еще мы показали мой страшный танец. В честь жуткого месяца? Блин, это очень круто, ребят. И жалко, что... А нет, еще есть, ребята. А субтитры содрали... Так, понятненько. Блин, это очень крутой бы получился мультсериал. Скоро они будут. Всего 3 части. Вот первую, вторую мы уже посмотрели с тобой. Я думаю, мы третью чуть попозже посмотрим. Если тебе понравилось, обязательно поставь лайк. Если... Да блин, почему слова-паразиты у меня такие? Потому что, если что... Ссылочка будет в описании. Ладно, надеюсь, тебе понравилось. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.